Молодежь, почему же ты спишь? Где твой подвиг во имя Иисуса? Почему, замыкаясь, молчишь? Неужели не становится грустно? Вспомни знамя Христовой любви, что враги христианства топтали. Братья ж наши безропотно шли, уповали, надеялись, ждали. Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пройдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Почему наш костер не горит? Почему у нас мало стремления? Почему молодежь наша спит? Неужели нужны нам гонения? Посмотрите, что в наших сердцах. Посмотрите, какая там стужа. Молодежь приближается к краю. Молодежь нам всем каяться нужно. Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? О, возвысь голос свой, молодежь! Наши вопли к Нему — это сила. Бог пошлет освежающий дождь, благоденствие нас иссушило. Нам нужна переплавка огнем наших сил молодых, возрождение. Как пристанем пред Божьим лицом, мы последних времен поколенье. Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве? Сколько было замученных душ, но сияло Евангелие в узах. В лагерях среди северных стуж прославлялось имя Иисуса. Мы пойдем ли в темницу за Ним? Я пойду, ты пойдешь ли, о брат мой? Боже мой, неужели мы спим? Кто же будет трудиться на жатве?